Спустя год после московских казней на южной границе появилось огромное войско крымского хана Девлет-Гирея. Для отражения нашествия вышли раздельно опричные и земские отряды, но остановить татар они не смогли. Девлет-Гирей стремительно продвигался к Москве. Иван Васильевич с опричным войском ушел в Александровскую слободу, затем в Ростов. Защищать Москву осталось земское войско во главе с князьями Бельским, Мстиславским, Воротынским, которых не так давно царь подозревал в измене. Им удалось организовать оборону города. Не в силах взять Москву, Девлет-Гирей поджег ее. Стояло необычайно жаркое лето, и город запылал так, что сами татары устрашились и поспешно ушли.